Всем привет, друзья, с вами Владимир, канал Гильдии Геймеров, и у нас получается выживалка Skyrim. Вот Skyrim превратился в выживалку на эпическом уровне сложности, точнее на неэпическом уровне сложности. Вот, я слабый, голодный, пошли в таверну. Вот, пойдем сначала к ярлу, разберем магический... Иди нахер. Пойдем к ярлу, разберем магические предметы. Вот. Отлично. Вот здесь вот прям. Так, предмет. Железный. А, смотри-ка. А, снять зачарование. Так, вот это снимаем. Окей. Железный щит молокондовства. Окей. Сопротивление огню разбираем. Одеяние мага-новичка, капюшон мага-новичка. На 50% быстрее, чем магию на 30 единиц. Магию на 50% быстрее. Угу. Вам тепло. Так, но... Я думаю, нужно это тоже разобрать. Моя на 30 единиц. Да, ну пускай голый буду, короче. Но сейчас надо будет-то раздобыть одежонку. Вот, ее тоже зачаровать. Предмет. Так-с. Ну, брутально выгляжу. Ничего страшного. Здрасте. Надо бы тебе приодеться. А то народ распугаешь. Да что ты? А, хорошо. Посидел на троне. Может, мы сейчас одежонку какую-нибудь сопрем? Нет. Что у вас тут есть такое? Мадена какая-то. Палец великана, платяной шкаф. Золото — это хорошо. Еще вот это. Поедим немножко. Так, предметы. Пища. Ой, пищевое отравление. Кошмар вообще. Так, пойдем, значит, в таверну. Эх, глотнуть бы сейчас доброго меда. Предательски холодный. Ты, блядь, голый бегаешь. Это проклятие. Не иначе. Мне нужно бежать из этого города. Прошу тебя, Ирк. Здрасте. Не волнуйся. Питье для жаждущих, пища для голодных. Так, пища, тюринг, пища, ингредиенты, неревар, пища. Давай возьмем однозначно нордский мед. Нет. Говядину. Блин, один мед. Жареные куриные грудки. Надо тоже в магазин сходить, наверное, купить то же самое. Орехи в меду, сладкий рулет берем, берем, мед берем. Тоже можно взять. Так, и снять комнату. Хорошо, она твоя на день. Отлично. Может, еще свою подругу. Здесь, что ли? А, вот. Приляжем. Так, до... Часов 10 поспим. Побежим к торговцу сейчас, купим оружие. Купим одежду. Вот. И все будет нормально. Во. Так, у нас, значит, нужна магия, здоровье, запас сил. Давай здоровье увеличим. Так, что у нас? Давай будем... Пока что... Стрельба, да, легкая броня. Скрытность будем качать. Так, необходимо 20. Окей. Это вполне нормально. Время один и тот же сон. Так, магия, предметы, пища.
Отлично. Так, теперь пойдем за одеждой. Я работаю в таверне «Пик ветров». Заходи внутрь. Хорошо, потом зайдем. Ну, конечно, зябкий, ты ж голый бегаешь. Но... Мы не отдадим это место имперцам без боя. Можешь не беспокоиться. Знаешь, теперь... Да все, что доброму воину нужно. Так, давай посмотрим. Одежда. Оружие давай посмотрим. Охотничий лук. Вот, давай вот это берем. Так, стальной меч. Боевой топор стальной. 170? Да ты охренел. Давай возьмем лук. Один. Стальные стрелы. Все. Так, 10, 22, 19. Урон 9. Урон 10. Дорого. Пока не будем это брать. А что есть из одежды? Одежда. Так, стальная броня, имперские, ага. Погоди. Молодого лучника. Лук наносит больше урона. А, стоимость 1308. Я хотел просто это разобрать. Возвращайся, если понадобится сталь. Ладненько, пойдем снова в наш сундук. Может, там будет что-то полезное пока на первое время. Из одежды. Или, по-моему, мы уже все вытащили. И будем отправляться отсюда. Холодно. Так, сыромятная броня. Так, железная. Давай хотя бы... Так. Козе коровья шкура, слиток, кукла, нудный сахар, оленя шкура. Одни шкуры. Для девочек, для мальчика, скума, соль. Можно рюкзаки, кстати, забрать. Так, сырмятные наручи. Давай возьмем. А, хотя нет, можно и не брать было. Ну ладно. Сплошные одежды для мальчиков и девочек. Ну, давай вот это возьмем. Так, предметы, одежда... Ну, хотя бы так. Хоть стало чуть-чуть потеплее. Так, давай сменим лук. Оружие. Охотничий лук пускай у нас будет. И что есть у торговцев, кстати? Здесь это кто? Дом Ингнир какой-то. Какой-то генерал тут ходит. Может, здесь будет что-то? Ступка и пестик. Ступки и пестики торгуют зелье. Нет, даже и не спрашивай. А, так значит, ты алхимик? Так, пища, зелья. Зелье исцеления болезней. Блин, дорого. Так, огню. Так, ну, стоит 400 секунд. Зелье регенерации. Чё-то ничего у него полезного нету. Ладненько. Дай знать, если подхватишь. Пойдем отсюда. Так, давай будем сваливать отсюда берегом. Потому что берегом, я думаю, безопасней. Плюс там что-нибудь найдем. А вон там какой-то корабль разрушенный. Там можно будет зайти. Уй. Ой. О-ой. О-ой-ой-ой. Вот ведь дерьмо, а. Так, водички. Нечего бездельничать. Иди нахер. Обойдем. Обойдем. Потому что, видал, здоровье уменьшается. Холодно, короче, в воде. Можно переохлаждение получить. Ну, в общем, нет. У-у-у, но все еще зябко.
практический совет, Лейгель. Ступай домой, ты слишком много работаешь. Да, нам бы, конечно, в теплые края бы податься. Тут очень холодно. Так, будем, короче... Вон, давай отправимся вот к тому кораблю. Попытаемся что-нибудь добыть там. Так, нам надо... лечение. Пока, как видишь, бедный я, нищий. Вот. Нам нужно будет потом зачарованием заняться. Так, там у нас получается легион. Блять. Сваливаем отсюда. Ах, вы пидоры. Давай к легиону. К легиону беги. Так, давай. Лечение. Ах, вы гондоны. Отвалите. Сволочи. Так, пламя. Ублюдки. Да идите нахер. Да ну ё-моё. Зелье. Ну все, вам не сдобровать. Что? Разбойники здесь? Да уж. И бандиты теперь появились. Да, нам надо в какое-то более безопасное место бежать. Угу. Вон сундуки и лодки. А пускай, короче... А, у нас есть же ведь бешенство. Погоди-ка. Магия... Так, иллюзия. Во. Зато мы сейчас в сундуке что-нибудь поищем. Да ладно, магии нету. Холодно, голодно. И волки везде. Ах, вы ублюдки. Значит, надо бежать. Надо бежать, дружище. Суки. Да идите нахер. Так, давай. Лечением займемся. Короче, надо валить. Сука, из-за каких-то волков сейчас сдохну, а? Или лезть в холодную воду. Там можно умереть от переохлаждения. Отстали? Да хер с два. Там что, бандиты, что ли, или нет? А может и нет. Так, давай сюда, значит, заглянем. Место крушения соленого молота. Так. Нижняя палуба. Заходим. Фух. В смысле заметили? А, крабы здесь. Ну ладно. Крабы это не сильно страшно.
Так, одежда, оружие. Давай поищем что-нибудь полезное. Главное, чтобы каких-нибудь призраков тут не было. Так, что там? Доспехи? О, навык зачарования повышает до 25. Нормально. Так, новичок. Ну хули, эпический уровень сложности. Чё ты хотел? Смотрим, что здесь. Нет. Что в комоде? Рваная шапка, сапоги, богатая одежда. О, давай вот это оденем. Так, а богатая одежда, она, короче... Так, рюкзак охотника, богатая одежда, тепло 54. О, это нормально. Так, тепло 8. Но все-таки получше будет. У нас очень медленно восстанавливается. Одежда, сапоги, перчатки. А, блин, иди нахер отсюда. Триумф там даже есть. Вас не видит. А кто должен видеть? А тут никого нету. Ох ты ж, блин. Да ладно, сейчас краб, короче, завалит. Нихера себе! Открывай. Какой-то крабик меня, короче, этот сам чуть не завалил. Вот те раз. Так, охотничий лук. Угу. Так, ладненько. Чё тут? Одежда, сапоги, перчатки. Грязевой краб. Вали его. Скрытность повышается. Ну, хорошо. Стрельба повышается. Сейчас мы отработаем удары на крабах. Готов. Так, что у нас здесь? Так, клешня. Все возьмем, может, съедим. Ой. Картофель, смотри-ка. С голоду не попадем. Еще картофель. Сырой картошечки сейчас погрызем и нормально. Ах ты, пидор. Ползает. Иди сюда. А, все, застрял в текстурах, да? Ага, вот так-то. Готов. Так.
Так, навык скрытость у нас повышается. Давай быстрое сохранение сделаем. Интересно, можно крабятину кушать? Золотая руда, малахитовая руда. Серебряный слиток. Да, сейчас мы потихонечку, короче, прибежим, вернемся в Солитьюд. Станем уважаемым человеком. Так, эта гадина, она через текстуры пролезает. Соль пригодится для зелий. Так, тут вроде пока ничего больше нету интересного. Так, можно здоровье. Пока подлечить. Вот так. И охотничий лук возьмем снова. А вот еще краб. Иди сюда, ублюдок. С клешнями. Ах ты гад, а? Повышается до 19. Ща, у нас тут будет два повышения уровня уже. Да все, почти уже с крабом. Готов, ублюдок. Чуть-чуть мы, короче, покачались. Это что, принц нищих? Это катка истории империи. Ничего здесь нам не добавилось. Блин, кошелек с монетами. Темнейшая тьма. Ничего нету. Что это такое? Святилище Кинарет. 100 золота? Иди-ка ты нахер. Золото, ага, это берем. Так, возьмем, пожарим крабятину немножко. Так, это что у нас? Одежда. Так, а вот интересно, на этих кроватях можно спать? Можно. Повысились, здоровье повышаем. Запас сил у нас уменьшился. Так, посмотрим. Колдовство, разрушение, восстановление, изменение, зачарование, кузнечное дело. Стрельба. Скрытность. А, нужно 20. Ладно. Значит, тогда стрельба. Нет, стрельба. Ага, отлично. Давай поедим. Нормально. Там еще один краб есть внизу. Давай быстрое сохранение сделаем. И пламя. Поджарим этого ублюдка. Где он? Ха-ха, сдох, да? А, и тут можно выбраться, по идее. Стрельба повышает до 20. Угу. Так. А что тут в трюме такое? Чем я сюда слез? Тут у нас...
Нижняя палуба. А, надо слазить туда. Ну, как видишь, убого пока мой персонаж выглядит. Адепт. Ну-ка. Сука, поломал отмычку. Да, блядь. Есть. Золото, призыв к оружию. Еще один уровень. Сейчас мы поспим, короче, еще будет один уровень у нас. Нормально, мы тут чуть-чуть покачались на этом самом, на корабле. Так, перо какое-то. Это скелет. Так, давай забежим сюда. На верхнюю палубу надо забраться. Давай еще поспим. Отлично, магия, окей. А, магию мы добавили. Ладно, надо было, конечно, это. Так. Луки. Теперь мы... Угу. Давай съедим пищи. Крабовых ног поедим. И отправимся на верхнюю палубу. Я надеюсь, там призраков не будет. Давай перед этим сохраненку сделаем. Тоже крабы, да? Воздух здесь теплый. Картофель позволит не умереть с голоду. Помидоры. Нормально тоже. И винца немножко. Соль пригодится, короче, для зелий. Грязевой краб пусто. Погоди, я же здесь был только что. Или там проход есть. И точно там есть проход какой-то. Ты дохлый? Да. Эх, ладно, сваливаем тогда отсюда. В принципе, мы здесь нормально полутались. Этот краб пускай идет нахер. Так, давай отправляемся в сторону Солитьюда. Надеюсь, мы сейчас туда доберемся. Так, карта. До Солитьюда далеко. Но попробуем все-таки добраться. И не замерзнуть еще по дороге. Так, там у нас моржи какие-то. Может быть, еще где-нибудь подкачаемся. Например, можно попробовать вот в этих руинах свои силы. Пойдем в эти руины, короче, посмотрим, чего там. Тем более здесь зябко. Пойдем качаться в руины, короче. Да, трудно, да, невозможно. Но тут хоть согреться можно. Хоть там и драугры водятся злые. Что за руины, кстати, такие? Высоких врат каких-то. А, вот это уже, конечно, не очень здорово. Дохлый драугр. Это возьмем. И вот еще один. Угу. Так, ладно. Посмотрим, чего здесь такое. Кто
вот тепло. Найти золото. Возьмем топор. Давай еще щит возьмем. Вам стало теплее, это приятно. Зашел, короче, в гробницу погреться. Так, золото, серебряный слиток. Ну-ка, золото, железный щит. Вроде добрый, не нападает. А тут у нас тоже золото есть. Давай спросим. Ты кто? Нужно что-то? Меня зовут Анска. Ты мне поможешь? А, помочь-таки с чем? Я, наконец, нашла гробницу Вокуна. Свиток, который я ищу, должен быть там. А ты не хочешь мне помочь его отыскать? Я точно знаю, что он где-то тут. А Вокуна? Кто это такой? Был такой жрец. Его давным-давно похоронили. Я уже несколько лет разыскиваю его гробницу. А какая-таки помощь тебе таки нужна? Если Вокун такой могущественный, как я думаю, то без помощи справиться с ним будет сложно. А шо мне с этого будет? Можешь забрать себе все, кроме свитка, понятное дело. Ну, давай попробуем. Отлично, вдвоем мы справимся без труда. Ага. Давай быстрое сохранение. Ой, а давай ты будешь нападать, короче, а я буду помогать. Сейчас мы подманим какого-нибудь. Пускай с ним справляется она. Там аж двое. Я ж говорю, что она может с ними справиться. А я помогу. Покачаю стрельбу. Так я понимаю. Дружественный огонь, сказать. Так, давай посмотрим, кто там еще за враг следующий. Вон там еще ходит один. Этот вроде прочный железный щит. Давай возьмем на всякий случай. Там двое, что ли? Или один? Двое! Так, давай, ты будешь справляться, а я здесь посижу. И чё? Он уже идиот. Давай-ка я сохранюшку сделаю. Два драугра целых. Вот растяпа. Попал? Драугр призрак целый. Так, погоди. Ну, пускай она с ним дерется. А? Да дерись-то ты с ним. О. А я тут подежурю. Стрелы покачаю. Да блин. Так, длинный лук, погоди. Предметы, оружие. Давай, короче, вот так сделаем. И это уберем. Не актуально. И вот это. Не-не-не-не-не, пускай вот она им занимается, а я буду... О, нихера себе, мне почти пизда. Так, пламя. Ебашь его. Она его будет убивать-то или нет? Мне еще магия плохо растет. Да блин. Кстати, щит. Одежда.
железный щит. Так, где-то тут прочный железный щит. Вот это давай возьмем. И баш его вообще. Не надо! Не надо меня! О, кошмар. Так, давай зелье попробуем. Так. Она его будет мочить-то? Она все равно не сдохнет, наш NPC. Какой сложный, а, драугов-то. Иди нахуй! Иди нахуй! Иди нахуй, говорю! Да иди ты нахер! Ой, иди в жопу! Беги, беги, беги! Открывай. Фух! Ой! Блин, я думал, это драуга. Так, сейчас я подлечусь, и мы там продолжим. Тут холодно очень. Так, ну давай попробуем снова. Так, берем вот это все. Погнали. А где Драугар? Со мной? А где? Куда он делся-то? Куда делся Драугар? А, вон он бежит. Будешь его добивать-то? Он там почти сдохлый. Сдох, короче, почти. Анска. Вот, ебашь его давай. А я его обчищу. Обглодаю косточки. Ну и этого давай тоже ебашь. Хотя этого можно, погоди, можно этого же ведь добить попробую. Сука, не сдыхает никак, мертвяк. Ты куда собрался-то? Где он? Почти вообще не умирает. Да он чё? Фух. Чё у тебя такого? Золото, железная стрела. Все возьмем. Двемерский меч. Может, двемерский меч получше будет. Так, да, урон минус 7. 10. Так, у нас урон 18, урон 10. Ага. В
Во, это получше, кстати, вещь. Добили вдвоем еле-еле. Так, это я все забираю. Конфискую, так сказать. Фух, давай сохранимся. Быстрое сохранение. Кошмар. Давай, наверное, на этом закончим серию. Дальше будем продолжать пилить нашу гробницу. Золото, давай ее сначала обчистим. Уровень тепла минус 11. Не очень теплые. Так, этот драугар у нас... Ага, я его уже обобрал. Опять разыгрался аппетит. Очень-очень сложный уровень. Ну, то есть, очень сложный... так сказать, эпический уровень сложности, не эпический. Там еще наверху можно побегать, поискать. Так, давай предметы, оружие. Это берем. Стальная стрела, древняя нордская стрела. О. Так, вот это уже получше будет. Золото, все берем. Покачаемся здесь, в этой пещерке. Этот самый, потеплее стало нашему персонажу. О, видишь, торговцам отправимся сразу. Так, пусто. Так, тут у нас скелет лежит. Полагаемое коварство. А, разрушение повышается. Отлично. Так, полезный парень. Так, а там чего? Там же можно забраться, правильно? И там, по идее, что-то будет. Или хуй. Нет, по идее, да, не получится. Ладно, нам, короче, наверх надо сбежать туда. И какой-то еще сундук обчистить. Да, в Skyrim так вот на тяжелом уровне сложности интереснее играть. Давай, наверное, на этом закончим пока. Давай быстрое сохранение сделаем. Короче, подписывайся на канал, ставь лайк, вставляй комментарии. С тобой был Владимир, канал Гильдии Геймеров. И мы продолжаем выживать в Skyrim на эпическом уровне сложности. Это у нас получается теперь выживалка. Короче, всем пока.